В день рождения Расула Гамзатова состоялось возложение цветов на могилу поэта. Она расположена на кладбище у подножья горы Таркетау. В торжественном мероприятии принял участие в РИО главы Дагестана Сергей Меликов. Вместе с ним почтить память Расула Гамзатова пришли его близкие и друзья со всей страны, писатели, общественные деятели. Праздничные мероприятия продлятся до 10 сентября. В эти дни пройдут круглые столы и встречи с преподавателями и студентами вузов. Напомним, указом президента России 2023 год объявлен в стране годом Расула Гамзатова.